Всем привет! В этом видео хочу поделиться своим опытом по замене фильтра салона и очистке кондиционера Mitsubishi Galant ER. Многие и не знают, что в Акуле есть такой фильтр. Ну, у многих его и нет. В праворуких японцах его нет, есть только место. Ну, наверное, там в Японии воздух почище, может быть, без фильтра. У нас он есть, и время от времени нужно его чистить. Вернее, не чистить, его нужно менять. Вот. А чистить саму систему кондиционирования. Потому что у многих появляется при работе кондиционера неприятный запах. Как говорят, запах вызывает мертвые бактерии, которые откладываются на воздуховодах, на испарителе. В общем, этот способ помогает избавиться от этого запаха. Что для этого нужно? Для этого нужно антисептик, который, собственно, как бы будет бороться с этим. Я беру лизоформин, вот такой вот. А можно брать какой-то другой, просто нужно читать инструкцию. Какой-нибудь распылитель, вот от какого-нибудь бытового средства, лучше его хорошенечко вымыть, потому что вам же потом этим дышать. Я буду пользоваться более продвинутым девайсом. Вот такая вот штука у меня есть. Насосный нагнетатель с распылителем. Собственно, новый фильтр. Я беру не лицензионный, вернее, я беру лицензионный какой-нибудь дешевый, не оригинальный. Вот. Брал оригинальный, никакой разницы не заметил. Если я не прав, пишите в комментариях, почему не прав. И вот я такой вот для продвинутых пользователей делаю вот такой вот девайс. Это часть фильтра старого, только его крышка, когда чищу, я ее использую. Ну, собственно, все. Крестовая отвертка и вперед. Чтобы было понятно, что я делаю, фильтр салона находится в коробе испарителя под бардачком. Чтобы до него добраться, нужно снять весь этот пластик, бардачок, ну и, собственно, уже там все будет понятно. Если задача стоит просто почистить кондиционер, можно не заморачиваться заменой фильтра, и тем более, если его нет. Но мы пойдем другим путем. Я сначала все разберу, почищу, и потом соберу уже с новым фильтром салона. Ну, поехали. Снимаем бардачок. Стопор. Повернули. Вынули, чтобы не потерялся. Здесь просто нужно отогнуть. Все. Отвинчиваем вот эти вот два болта. Все. Бардачок ничего не держит, кроме направляющих. У меня она одна обломана, вторая есть. Вот это есть, это обломано. У кого есть вот эта штука, или сам бардачок в цвете беж, куплю или приму подарок. Оп. Так. Вот, собственно, и наш фильтр. Но чтобы к нему добраться, у нас мешает вот эта вот железка. А чтобы снять эту железку, нам нужно снять этот пластик и этот пластик. Отвинчиваем. Легким движением руки снимается. Держится вот на такой защелке. Так, здесь доступ есть, есть. Этот пластик я уже заранее открутил. Значит, просто мы его по направляющих вынимаем, ничего не ломаем. Тут есть что ломать. Все, он ушел в зрительный зал. Вот. Эта штука нам тоже будет мешать. Поэтому мы ее с пистоном снимаем. В принципе, пусть висит себе вот так. Отвинчиваем, собственно, вот эту поперечину, которую держит бардачок. Болт ушел. Поперечина ушел. Так. Сам фильтр на трех саморезах. Вот, собственно, наш виновник торжества. Вот, можно посмотреть, сколько на нем мусора накопилось. Это вот входная его часть. Так, есть новый, поменяем. Если присмотреться внутрь,
Вот я попытаюсь подсветить фонариком. Можно видеть, как там все красиво. Вот. В общем, из-за несовершенной конструкции этого короба вот, туда набивается еще куча грязи и листьев. То есть время от времени не помешало бы и разбирать эту всю ерунду и чистить там. Так, приступаем к, собственно, очистке. У меня вот здесь вот в пульверизаторе 1% раствор лизоформина. Ну, по инструкции. Значит, сначала расскажу, что мы делаем, какие действия, если мы не меняем фильтр. Потому что, грубо говоря, мы предполагаем, что у нас фильтр стоит на месте. Вот он. Я вот эту вот заглушечку специально использую. Ставлю ее на место и прикручиваю. Какие наши действия дальше? Смысл этого метода в том, чтобы в систему вентиляции, кондиционирования попал раствор лизоформина. Если не снимать фильтр, как он попадает? Попадает он через воздухозабор. Для этого мы запускаем наш кондишн на максимальный обдув, захват с улицы. Значит, так как воздухозаборник находится в районе правого дворника, в этом же районе мы распыляем раствор. По идее, вентилятор захватывает воздух снаружи, и вместе с ним раствор попадает внутрь уже всей вентиляционной системы. А как по мне, этот способ не особо совершенен, потому что пока оно туда попадет, вот, и сколько оно туда попадет, непонятно. И поэтому как я делаю? Я снимаю все-таки фильтр, распыляю раствор внутри короба. Заодно он попадает на соты испарителя кондиционера. Для тех, кто не в курсе, вот это вот резистор, который управляет оборотами двигателя, вот сейчас у меня на него попал раствор, он будет мокрый, поэтому, скорее всего, он будет регулировать как-то по-своему. Ну, насколько я помню, вентилятор работал в максимальных оборотах. Ну, это не принципиально. В общем, я распыляю внутри короба этот раствор достаточно большой, ну как бы излишки вытекают через дренаж кондиционера, поэтому как бы тут не особо страшно. Ставлю вот эту заглушечку на место и опять включаю обдув. Теперь точно уже раствор попадет во все воздуховоды. Еще рекомендуют эти воздуховоды позакрывать. Для тех, кто все-таки не заморачивается заменой фильтра, либо ее просто, либо самого фильтра нет, рекомендуют распылить, включить рециркуляцию, отключить забор с улицы и распылить раствор в районе воздухозаборника внизу. Вот, в принципе, вот так. Как мне кажется, что все-таки так больше попадет раствора внутрь. Но то же самое можно сделать и со стороны водителя. В общей сложности у меня ушло где-то миллилитров 300 лизоформина. А дальше что мы делаем? Как по мне, то достаточно раствор разошелся сейчас по всей системе. Мы отключаем обдув и засекаем 15 минут. Именно столько в инструкции написано для того, чтобы подействовал 1% раствор лизоформина. Все, ждем 15 минут.
Ну вот, прошло 15 минут. За это время, как говорят специалисты, антисептик должен был подействовать, убить все ненужные микробы. Теперь нужно остатки всего этого добра, которые находятся в вентиляционной системе, оттуда выйдут. Для этого нужно открыть все воздухозаборники, которые у нас мы закрывали. Вот, открыть окна, двери, чтобы был нормальный сквозняк, и как бы включить обдув для того, чтобы это все дело выдуть. Опять же, обдув максимальный. Пусть оно себе дует, продувает. Ну, я думаю, что для этого достаточно пару минут. Ну, и лучше уйти с машины. Думаю, 5 минут достаточно для данной процедуры. Главное хорошо проветрить, потом, чтобы вот это все, что там было, вылетело наружу. Ну, думаю, смысл понятен, как, что и чего. Думаю, после этой процедуры станет дышать легче. Ну, сейчас как бы берем новый воздушный фильтр, салонный фильтр, и ставим его на законное место, и можно приступать к сборке в обратном порядке. Ничего волшебного в этом нет. Думаю, что при желании получится у всех и у каждого. Вот. Эффект тоже должен быть. Думаю, информация была всем полезна. Всем пока, до новых встреч в эфире.